С вами, как всегда, Пёсик Лайки, и это новенький Roblox видосик. Сегодня мы будем проходить режим, который мы уже сами один раз проходили, и этот режим называется Мос Академии или Академия Мо, то есть школа того самого синего аниматроника, который очень похож на Бонни. Ну, по крайней мере, я так думаю, что он очень похож на Бонни, может, вы так не думаете. Но на этот раз мы будем проходить этот режимчик вместе с подписчиками. И с нами сегодня играет парень, которого я постоянно забывал упомянуть в своих видосиках вместе, совместных видосиков с подписчиками, и его зовут Тимур. Он на меня очень обиделся и говорит, что я единственный, кого не называю, это только его. Так что назову его имя несколько раз, вот так вот. Тимур. Еще раз, Тимур. Вот, надеюсь, теперь хватит. Все, можно начинать игру. Кто не успел, тот опоздал, как говорится. Все, сейчас они телепортируются, и мы все вместе дружно. Эй, Рэй, куда ты? Ты чего? Иди к нам. Ты сейчас, по-моему... Скок, стоп! И Рэй, почему? Чего вы? Эй, ребята, вы чего? Так, один из восьми, все. Эй, куда? Почему без меня? Ребят, есть! Я все-таки залез! Залез, получается! Ну! Так, welcome to school, говорит нам, чего там? Найдите итомы, какие там итомы. Так, почему мы не бежим? Мы почему-то не бежим, мы куда-то едем. Интересно, вроде бы роликовые коньки. А, видео, я! Блин, не все попали. Так, не. Все попали. Не все попали. Да. Но ничего страшного, сегодня будем записывать не один видосик, а целых два или три. Так что, мне кажется, что все сегодня побывают в видосиках. Так, раз, два, тут чё-то ничего. Нужно же, как я, насколько я помню, нужно открывать все шкафчики и смотреть. И смотреть, так. А, вот, смотрите, что это такое. У меня не до конца прогрузилась игра, я собрал какую-то коробочку. А я нашел банан, так. Когда же игра наконец-то уже прогрузится? У меня игра, ничего не понятно. Но, вообще-то, должна уже сейчас прогрузиться, так. Никопрут, Капхе, какой? Ну и ладно. Ну как это, ну и ладно? Нужно, чтобы все побывали в видосике. Так, здесь тоже ничего нету. Странно, что... А чё, как и чего? Почему? Я съел банан, которого я даже не заметил. Так, а, нам нужно... Так, почему у меня не прогружается игра? Это вообще очень странно. Смотрите. Какой-то вообще очень-очень странный тип. Человек стоит, у которого нет ни лица, ничего. Есть просто одно тело и кожа. Так. Он нам говорит, чтобы мы отправлялись в класс математики. Так, здесь у нас что? Здесь у нас лежат баксы, денежки. Так, бежим в класс математики. А где же у нас класс математики? Подождите, чего-то я не совсем понимаю. Я вижу химию, я вижу чтение, математика. Да, вот он, класс математики. Давайте сфоткаемся на превью. Эй, почему у нас не открывается класс математики? Я ничего не понимаю. Что такое, что случилось с игрой? Эй, ребята, вы, может быть, в курсе? А давайте сфоткаемся на превью, только уже в конце видосика. Так, отправляйтесь, говорит, в класс математики. Но почему-то... Почему-то класс математики не работает. Так, почему я... Меня не прогружается игра, я ничего не понимаю. Ну, в общем, а, вот, уже говорит, иди в кафетерию. Интересно, иди, говорит, в кафетерию, и мы все почему-то куда-то едем, а никуда не идем. Так, кстати, если что, у меня новый скин, смотрите, если вам понравился мой новый скин, обязательно напишите в комментариях, что он вам понравился. Если не понравился, так и напишите, что он вам не понравился. Так, чего, ничего не происходит, почему так долго загружается игра? Что, что-то сломали, сломался Roblox, или это у меня что-то сломалось, я ничего не понимаю. Так, у нас есть с вами 4 доллара, которых не хватит даже на обычное яблоко. Да, плоховато, дороговатые яблочки у вас. Сегодня растишки не ел. Сегодня... А, ты... Понятно, Рэй, ты поменял. Поменял, где ты? Где ты? Ты где? Эй, Рэй, подожди. Так, не вижу, я тебя не вижу. А, растишки... А, вот, ты поменял свой скин, и теперь у тебя вот такие рога. И вот такая вот... Вот это что у тебя? Кофта, что это такое? Или костюм? Костюм тигра. Наверное, это костюм тигра. Так, ну у меня не прогружается игра, я что-то ничего не понимаю. Лайки, давай сфоткаемся. Ну давайте сфоткаемся, пока у нас прогружается игра. Давайте сфоткаемся вместе с лайки, так. Чего там? Давайте фоткаться. Вот. Ой, нет. Почему? Зачем ты встала? Ника. Ой, все, у нас загрузилась игра, и мы так и не сфоткались. Так, нет. Игра-то загрузилась, а бегать я до сих пор не могу. Странно, очень странно. Что вообще происходит? Так, подождите-ка. Что, мне придется проходить игру вот таким вот образом? Когда я просто куда-то еду, даже не бегу, не иду. Очень странно. Что сегодня творится? Какие-то магнитные бури, что идет снег, что это такое? Не понимаю. Эй, когда откроется класс математики? Я что-то ничего не понимаю. У меня жутко тормозит игра. Ну вот, что сегодня за день за такой? То мы не смогли подключиться в одну игру одновременно, то начинает лагать и тормозить игра. Что это вообще такое? Чего тебе надо? Ну, давай подойдем к тебе еще раз, поговорим с тобой, что, может быть, что-то еще новое нам расскажешь. Эй! Эй, что такое? О, все, открылся, я говорю, открылся класс Detention. Что такое класс Detention? Я, если честно, не знаю, что такое класс Detention. Вот, смотрите, я даже не могу сесть, я просто стою внутри стула. Уж какой. А, я не один такой. Все стоят внутри стула. Да, игра тормозит. Очень жутко тормозит игра. Почему? Почему так? Что? Все разом зашли в одну и ту же игру и сломали игру, получается. Нужно сюда. Лайк. Нажми сюда. А, надо нажать сюда. Хорошо. Detention. Там чего-то там. Ля-ля-ля, тополя. И ничего не понятно. И, конечно, как всегда, ничего не понятно. Но бегать я, опять же, не могу.
Так, потому что игра до конца не загрузилась. Интересно, 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 первый раз. У меня, конечно, до этого лагало интернету, но почему-то в этот раз вообще... Вообще непонятно, что происходит. Так, да, перезагружать я все-таки не хочу, потому что всех подписчиков растеряю, которые сегодня хотят записать со мной видосик. И так половина уже куда-то отвалилась. Так, чего надо делать-то? Почему я один не умею бегать, а? Очень странно. Дайте мне мел, я что-нибудь напишу на доске. Так, сюда запрыгивать нельзя. Странно, почему нельзя запрыгивать на стол. Очень странно. Так, Wonder... Teacher is... Что-то там, задание. Посмотрите на интересную книгу. Наверное, что-то в этом роде. Тут что-то нарисовано на книге. The Tale of the... Пшумскот. Непонятно, что это вообще за слово. По-моему, такого слова не существует. Они специально перепутали буквы. Так, сейчас нам покажут, насколько я помню, сейчас нам покажут историю про школу. Мозе, маскот loves to play. Короче, это талисман школы. Это школа чего-то там, я не успел прочитать. Так, и в это время студенты, видимо, возвращаются домой, я не знаю, идут домой, и талисман встает, выходит из комнаты. Все понятно. Я маленечко начинаю разбираться в английском языке. Так, Miss B have students stay after school. Короче, они остались в школе. Из этого что-то там become most cruel. Ага, еще бы знать, что такое cruel. Ну ладно, потом прочитаем. Так, студенты бегут и не останавливаются. Наверное, что-то в этом духе. Но никто из них не убежит. Короче, вот что-то в этом духе. Да, ну бегать можно и не бегать, можно кататься и на роликах. В принципе, тоже неплохо. Так. Так. Bean room, что-то там. School mascot be able wonder the what the book. А, ну чё, и чё, надо опять взять книжку, что ли? Я ничего не понимаю. Эй, чё такое? Ребята, может, вы разбираетесь? Или нет? Или вы тоже не разбираетесь? А вот, смотрите, detention is the time to leave. Самое что-то, наверное, время убежать. Время убегать. Самое время убегать. Так, может быть, чё? Так, я нашел кувалду. Это уже очень хорошо. Кувалда, это очень хорошо. Так, почему у нас с самого начала с вами всего половина жизни? Я не понимаю. Вроде мы сюда приходили здоровыми. И даже немножечко успели выспаться. Но жизни всего половина. Так. Так, может быть, здесь кто-то здесь? Нет, здесь тоже ничего не лежит. Интересно, давайте проверим все шкафчики. Возможно, там будет какое-нибудь яблоко или что-нибудь в этом духе. Потому что здесь нам дополнительное здоровье совершенно не помешает. Так, у нас с вами есть кувалда. Вот, смотрите, да. Да-да-да, давайте-ка пожуем немножечко курочки. Ой, так. Блин, я не успел пожевать курочки. А, вот, все, закрылась дверь. Так, давайте жуем курочку. Есть, мы съели курочку, которая не пририсовалась почему-то. Очень странно. И сейчас должно что-то появиться. Сейчас, по-моему, появятся лазеры. Да, сейчас, по-моему, появятся лазеры. Кстати, в прошлый раз мы так и не смогли ее пройти. А главарь футбольной команды или капитан футбольной команды нас победил. Поэтому надеюсь, что сегодня мы всей дружной компанией все-таки сможем одержать победу над этим страшным капитаном команды. Так, надо было найти три ключа. Вот такие зеленые, желтые, синие ключики. Или какой-ли там красные, зеленые, синие ключики. Я не дальтоник, просто не успел посмотреть. Так, это Tekken Control. Это все, я так и себе понимаю, это все не лазеры, это все сигнализация. Так, игра загрузилась. Вот такой вот я стою. И давайте-ка попробуем перепрыгнуть первый лазер. Так, второй. Третий. И вот здесь надо аккуратненько, очень аккуратненько. Залазим сюда. Заходи сюда. Ой, Рэй, нет. Блин, что такое? Что такое? Открывайся. Так, стоп. Перепрыгиваем. И давайте-ка попробуем. Ой-ой-ой, смотрите, он сразу у меня отнял 10 жизней. Еще. Блин, что-то мне уже не нравится. Так. Так, подождите. Раз. Да почему я собрал всех этих страшных монстров? Почему все кролики Мо нападают только на меня? Так, перепрыгиваем здесь. Идем сюда и перепрыгиваем здесь. Так, смотрите, смотрим аккуратненько, где же самое низкое положение этого лазера. Перепрыгиваем сюда. Так, бежим. Вот так и вот так. Все, мы самые ловкие. Ой, нет, мы не самые ловкие. Так, блин, почему? Это нечестно. Так, заходим сюда. Нет, аккуратно. Аккуратно, ребята. Эй, где выход? Я уже начинаю побаиваться этот режимчик-то. Опа, смотрите. Какой я крутой, какой я ловкий. Лайки того кувалдой. Кого кувалдой? Кто лайки того кувалдой? У меня есть кувалда, да, кстати, действительно, у меня есть кувалда. О, на этот раз кувалда прорисовалась. И что надо делать-то? Мы же уже прошли. Чего? Сейчас должен быть класс детеншн, если я все понимаю. А у меня мало здоровья. И у меня тоже мало здоровья. Ну ничего, ничего страшного. И еще раз перезайдем. Вот, смотрите, все-таки открылась школьная дверь, и нас никуда не выпускают. Да, все-таки неудобно, когда ты не бегаешь, а просто скользишь по полу. Да, очень странно. 10 хп. У меня тоже, по-моему, 10 хп осталось. Так, давайте-ка поищем себе пропитание. Подкопим немножечко здоровья. Так, здесь ничего? Что за жадная школа? Ничего нету и ничего нельзя. Ничего нельзя съесть. Так, странно. В кабинете химии, может, есть какой-нибудь химический состав, который прибавляет наше с вами жизнь и наше с вами здоровье. Так, странно, почему в прошлый раз намного больше яблок и куриц лежало в этих шкафчиках? Так, может быть, еще слишком рано? Так, ладно, хорошо. Так, гум. Опять этот парень без лица. Видимо, это тренажерный зал. И, видимо, это тренер. Так, детеншн. Чего делать-то надо? Лайки, ты тоже кувалду нашел?
Да, я тоже нашел. Вот, смотрите, мы заходим в компьютерный класс, и сейчас нам можно будет поиграть в игру, которая, возможно, нас сожрет. Так. Хорошо, давайте попробуем. Давайте попробуем. Red, yellow, green, blue. Так, welcome to the musical, Lox. Yellow, red, yellow. Yellow, red, yellow. А что надо сделать? Ну, давайте попробуем yellow. Хоть бы это был. Хоть бы. Эй, смотрите, я же... И чего? Я вообще ничего не понимаю. У меня еще убавилось здоровье. Че это... Из чего это, исходя, они решили, что так можно обманывать детей? Так. Так, подождите-ка. Вот. О, я взял деньги. О, это значит, можно съесть в кафетерии яблоко. А может быть даже и что-то посерьезнее и подкопить немножечко здоровья. Так, я тут беззащитный, лайки тоже к вам зашел. Я еще, кстати, ни разу не выиграл в эту компьютерную игру. 3 раза пробовал и ни разу не смог победить. А, смотрите, тут все учителя тут какие-то непрозрачные, как это? Похожие на пол. Так, кто-то пишет мне в телеграмчик. Но пока мне не до телеграмчика, мы сейчас записываем видосик. Так. И у нас, получается, осталось 4, всего 4 друга вместе со мной. Так, надо как можно быстрее пройти этот режимчик. Чтобы поиграть в какую-нибудь новую игру с другими подписчиками. ХП мало, говорят, ХП мало. Так, у меня тоже очень мало ХП. Хотя, в принципе, на пару ударчиков от главаря футбольной команды я еще переживу. Так, чего, все, хватит, может быть, уже сидеть в классе. Что за долгий режим, я ничего не понимаю. Эй, ребята, давайте... Вот, а, смотрите, нужно было всего-то подойти к двери. Так, ланч, а, все, да, все, здорово, давайте маленечко подкрепимся. Маленечко немножечко, нет, подождите-ка, давайте для начала проверим все шкафчики, потому что нас нет с вами здоровья. Так, тут ничего, давайте сначала проверим все шкафчики, а потом про комменты. А, все пишут там, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и про комменты не забудьте. Кто-то написал. Так, все, здесь ничего, так что смело бежим в кафетерий и покупаем себе яблоко. А может быть хватит на что-нибудь другое, но я пока что еще не знаю. Так, сейчас должны появиться, да, футболисты, которые все похожи на друг друга. Как братья-близнецы, которых 10 человек. Так, сейчас они сломают двери. Я говорю, сломают двери, вот, смотрите, они все с одним и тем же выражением лица. О, ноу, это футбольная команда, и капитан смотрит на нас зло, или серьезно, голодно, angry, как это переводится? Angry, сумасшедшее, безумно, не знаю. Так, никто, ни один стол, мой локерс, going to play the priest. Давайте-ка сыграем. За приз! Давайте-ка сыграем с вами за приз. Надеюсь, на этот раз мы сможем победить этого самого главаря команды. Так, выбираем кувалду и начинаем его метелить. Давайте, начинаем его метелить. Так. Так, давай. Помогайте, ребята. Ой, нет, у меня отняли. Ой, смотрите, как они быстро отнимают у нас ХП. А может быть надо... Так, блин, у меня не прорисовывается. Ничего не прорисовывается. Очень странно, что не прорисовывается. Так, где этот главарь? Главарь, иди сюда. У меня не прорисовывается движение. Эти, как их там? Движение кувалда. Это очень нехорошо. Так, сколько же можно... Сколько же много? Эй, да подожди ты! Я не могу прыгать! Стой! Подожди, почему? Что случилось? Я что-то ничего не понимаю. Так. Давай, почему? Куда? Чего? Нет, я не хочу! Ребята, давайте! Если у вас много ХП, давайте, помогайте мне, потому что мне остался всего один удар. Так, стоп. Главное не попадаться им на пути. Такой, чуть-чуть не попался им на пути. Смотрите, этот здоровяк чуть меня не ударил. Почему за мной кто-то постоянно бегает? Так, стой. Давайте попробуем попасть по нему сзади. Нет. Фу. Меня пронесло. Так, все, нет. Смотри, нам пока что везет, ребята. Нет, нам не везет. Еще. У меня остался всего один ударчик. Нет, давайте будем очень аккуратными. Стоп, блин, нет, не попал. Фу. Очень везет. Нам пока что очень. Да, он не может по мне попасть. Он по мне попал. Все, неужели? Неужели получается так, что вот так вот и получилось? Так, ребята, видосик получается очень большим, поэтому я, как всегда, разделил его на 2 части. Продолжение вы увидите в следующем видосике. Ну а сейчас не забудьте поставить лайк и подписаться на мои прикольные соцсети. Ссылочки я уже оставил в описании. Всем гав-гав и до новых встреч!